Договор с РФ по Азову нужно разорвать, Марчук. Обсуждать обострение ситуации в Черноморско-Азовском бассейне сейчас возможно только в нормандском формате, считает экс-премьер. Инцидент с захватом украинских кораблей в Керченском проливе закрывает все дискуссии о целесообразности денонсации Киевом договора с Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук, сообщает Интерфакс. Сегодня я даже не вижу предмета для дискуссии, денонсировать или не денонсировать соглашение с РФ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. РФ перечеркнула это соглашение и соглашение о госгранице, сказал он в ходе панельной дискуссии в рамках 2 и краткой международной конференции по морской безопасности в Киеве. По мнению Марчука, обсуждать обострение ситуации в Черноморско-Азовском бассейне между Украиной и РФ в настоящее время возможно только в нормандском формате. Единственная площадка, где Украина и РФ могли бы обсудить текущую ситуацию, это нормандская четверка, которая собиралась более чем полтора года назад, отметил представитель Украины в ТКГ. По его словам, украинская сторона настаивала и будет настаивать на создании в рамках ТКГ отдельной рабочей группы по вопросам границы для обсуждения ситуации в акватории Черного и Азовского морей. Однако, подчеркнул Марчук, российская сторона выступает категорически против создания этой рабочей группы. Россия категорически против создания отдельной рабочей группы по вопросам границы. И теперь понятно, почему. Потому что Азовское море – это тоже граница, сказал он. Ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман призвал международное сообщество ограничить Россию в свободном судоходстве из-за инцидента в Керченском проливе. В свою очередь, Ангела Меркель по итогам переговоров заявила, что Мариуполь не должен быть отрезанным, и она будет об этом говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Отметим, Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Новости от в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.